В Доме правительства Московской области прошел молодежный форум инноваций и предпринимательства. Он собрал около 3000 юных изобретателей со всего столичного региона. Ребята продемонстрировали свои проекты и приняли участие в открытых лекториях, интерактивной выставке и деловой программе по предпринимательству. Около 500 инноваторов поборолись за кубок губернатора по робототехнике. К слову, у многих участников форума уже есть собственные готовые IT-решения для робототехнических устройств. Мы третий раз проводим этот форум. Первый раз была проба пера, мы думали, будет он востребован или нет, интересно или нет. И каждый год мы видим все больше и больше школ, ребят, педагогов приходят сюда для того, чтобы обмениваться опытом, знакомиться и внедрять что-то новое, полезное, интересное для нашего мира и для нашей страны. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.